Мур, привет, друг, это Зверько, и новостной выпуск обновления 1.4.16. Что же по скинам? Облик на Хуфру, Апофис, вышел 20 сентября за 599 алмазов. Кстати, Апофис — это огромный змей в египетской мифологии. Отрицательный персонаж. Люнакс, облик, весы. Дата не указана, но, скорее всего, с 23 сентября. Баданг. Второй навык. Изменили расчет урона, немного его уменьшив. Если баданг не попадает по противнику, возвращается 40% перезарядки навыка. Раньше возвращали 30%. Ульта. Исправили проблему, когда физическая атака не прибавлялась бонусом к щиту во время действия ульты. Коэффициент бонуса увеличили на 1,5. Грок. Первый навык. Увеличили перезарядку до 6 секунд для всех уровней. Но и увеличили базовый урон. 2 секунды за урон, с учетом, что было 600, а будет 800 дамага на 6 уровне, считай баф. Или не считай. Тигрил. Второй навык. Урон от подбрасывания в воздух увеличили на 100 для всех уровней. Мартис. Пассивка получила усиление. Бонус к скорости атаки теперь 25% вместо 15%. Лимит теперь 100%. То есть после ряда навыков скорость атаки вырастет вдвое. Хилос. Второй навык. Увеличили базовый урон, но уменьшили стартовый бонус. Было 7,5%, теперь 5%. Конечный все такой же, 20%. Кусака. Первый навык. Сильно подняли стартовый урон на первом уровне с 80 до 125. Шестой уровень 180 подняли до 200. Теризла. Пассивка. Тут ошибка то ли в описании навыка, то ли в тексте обновы. По обнове. 1% потерянных хп – это 2,5% защиты, а по описанию 2,5% здоровья – это 1% защиты, стакается до 35%. На запрос разработчики пока не ответили, поэтому посмотрим потом на основе. Кимми. Нерв. Базовую физическую атаку уменьшили со 104 до 90. Оптимизировали эффекты. Грейнджер. Базовая атака уменьшена со 110 до 100. Иксборг. Второй навык. Время возврата ракет увеличили на 40%. Какие-то неощутимые изменения. Кагура. Второй навык без зонта. Увеличили урон. Линг. Почему-то комфортнее его имя произносить с буквой Г. Увеличили базовый урон навыков и уменьшили урон крита. Лексана. Теперь игроки легче отличают вызванную марионетку, что бы это ни значило. Лесли. Оптимизировали отображение невидимости. Франко и Наталья. Оптимизация эффектов и анимации. Чуть позже выйдет обзор реворка на Фашу. Напиши в комментариях, как тебе грядущие изменения. И подписывайся на канал. Жму лапку. Удачи, друг! Мертвый отряд, а не жив, чтоб победить, что любовь, то уже любить.